Здравствуйте. Можно вопрос? Никто не знает, когда лето закончится. Я не могу больше. Я в обед сделала таз пирогов, булок, таз. Таз полный, да, Никита? Да. Да. На 35 минут легла полежать. Стало 6 булочек. Не могу больше. Когда закончится лето, да, доча? Давай, ты вот так вот. Ну, давай, катай. Вот так. Во, катай вот так. Толя, вот такие толстенькие делай, ага. Мы делаем пончики. Пончики на улице, булочки закончены. Я поставила на 2 килограмма, делай, раскатывай, сама бери так тоже. Я поставила на 2 килограмма муки на литр жидкости. Опять тесто на сладкие булочки. Помните, как, смотри, Никит, сюда. Мы печем пышки со снежаной. Пышки. Ты пока делай руки. Пышечки вкусные. Сейчас дети будут пончики. Давай раскатывай. Надо дырочку побольше, вот такую красивую. Оп. Красивые какие пончики сразу. Ой, какие. На улице запахи какие. Вот такие пончики надо, а то я там без дырочки. О, побольше дырочки. Оп. Пусть пекутся. А? Да, дочь, во как примерно. Вот так вот прям. Во какую. Во. Ну, осторожно. Ульяна пришла мне помогать. Ладно, меняйтесь. Пончики. Макарончики. Ну-ка, что там? Это пончики, сладкие пончики. Мы их сахарной пудрой будем посыпать. А я помню, это ты нам готовила к завтраку. Да не раз готовила. Да. Я спрашиваю у людей, у зрителей, когда закончится лето. Когда никогда. Когда уйдут в школу. Никогда. Когда я перестану готовить 24 часа. Никогда. И они, главное, ничего не едят, а таскают эту выпечку. И таскают. Да, сегодня мама эти булочки сделала, их уже нет. Цельный таз. И тесто стоит еще уже опять столько же на завтрак сделать. Вот такие. И сахарной пудрой снежанка мне будет их посыпать. Она. Ну, вот эти вот уже, да. Ну-ка я посмотрю, готовые. Ой, конечно, смотрите. Ну-ка. Ой, какие. Тихо, то сгорят. Не, я буду сама, доча, посыпать, ты не сможешь. Делай мне. Сейчас у меня быстро-быстро надо. У меня прям тут огонище. Давай, а то это горячее. Ой, сюда. Разломила, показать, что готово. Ой, какие. Пончики на свежем воздухе. Представляете, сейчас чай сделают горячий. Нет, на улице? А? На улице мы будем кушать. А что, нет? Да. Как раз солнышко. Давай. Во. Валера скучает. Вот думаю, завтра Влад едет в этот. Пишет сегодня, мама, скучно очень. Да, мне он тоже писал, да, что ему скучно. Завтра Влад хочет съездить в пекарню, а послезавтра, если время будет, хочу отправить к Валерке. Сейчас буду посыпать. Когда он приедет? Валера еще долго будет. Дочь, ты что не делаешь? А ты что не делаешь? Стоишь. Как? Ты остановила целое производство. Быстрая работа это. Тут надо быстро-быстро, а то тут горит же все. Ой, запахи на всю станицу. Вау, как вкусно так, вот пахнет. Раз. Это сладкое заварное тесто у меня. Я взяла, ну, у меня порция больше, как обычно. Ну, а вообще рецепт такой. 2 столовые ложки муки, 3 ложки масла подсолнечного, ложка чайная соли, 3 ложки сахара. Я залила стаканом кипятка. Все это остыло. Взяла стакан молока и забыла, как сказать. Взяла, когда все это остыло, когда после стакана кипятка, взяла стакан молока. Взяла 11 грамм дрожжей. Сейчас, дочка, подожди.
11 грамм дрожжей. Ты так стала быстро делать, я вообще не успеваю ничего. Давай, Снежанка, положи и следующий день. Не, нормально пусть делать такие здоровые. На улице надо есть вкусно. Мне все скажут спасибо. Да, все тебе, доченька, скажут спасибо. Тебе уже вся... Я так хочу одну съесть. Тебе уже весь народ говорит спасибо, кроме мамы. Мама в шоке. Лето, когда закончится, когда все в школу уйдут. Я пойду в 7-й с Никитой класс, Рома пойдет в 8-й, Снежанка с Анюткой во 2-й. Ванька еще в садике? Да. Еще в садике. Костя у нас в 3-й, а Максим в 4-й, а Василиска в 5-й. Валера в техникум. Угу. В технике Валера, да? Валера в технике будет. Там кто, Анюта? А, играются. С Ваней играются в песке. Они любят, Ваня и Анюта, они любят поиграть. Давай, давай. Ой, какое у нас с тобой быстрое производство. Быстрое, быстрое. Ура. Мы недавно вылезли с бассейна, так хорошо прям. В бассейне купаются, пообгорели. В этом году даже Снежанка и та купается в футболке во время солнца. Обычно ее это не касается, ее, Максима. Но в этом году такое солнце, что... Они обгорели. Да, но не обгорели, а вот так стянулось у Снежанки на лице, кожа стянула. А у меня просто плечи чуть-чуть загорели, но они уже прошли. У Яны свои плечи уже. Да. Я вчера ездила, делала брови 2 года назад. Я делала себе перманентный макияж на бровке. У меня бровок вообще нет. У меня, мы когда с мужем поженились, прошло 10 лет, он меня спрашивает, а ты когда брови щипаешь? Я его смотрю, говорю, а что? Я, говорит, помню, сестра постоянно сидела на зеркале, щипала. Я говорю, у меня их нету. Не щипай. И я очень боялась делать. Это я говорю для тех девочек, кто хочет сделать, но боится. Я пришла к мастеру, читала много отзывов. И она сказала, я ей много вопросов, гуси пришли. Я ей много вопросов задавала, и она сказала, что... Когда сходить будет, синеть не будет, просто светлеть, светлеть, если вы больше делать не будете, просто уйдет и все со временем. Ну и вот, я отходила, в принципе, такой сильной нужды не было делать, ну посветлели. Сейчас они поярче, но вот в течение месяца они такие хорошие станут. Тесто закончилось. Да ты что, у меня его знаешь еще сколько? А для вот. Меня, мама, ты красивая всегда, даже спасибо, без бровей. Доченька. Знаешь, у меня когда мама была, тоже живая. Мне казалось, она вообще, вот она там что-нибудь. А я думала, ой, какая красивая вообще. Всегда я ее считала лучше самой красивой на свете. Я ее так любила сильно. Спасибо, доча. Так ой. Вкусно пахнет, прям не могу сдержаться. Так, давай, дочка, у нас с тобой прям... Бегом, бегом. Сейчас будем чай пить. Сейчас мы приготовим. Папа освободится, придет. Папа наш сегодня. А, сначала договорю про брови. Угу. То есть, вот моя сестра сделала в Комсомольске, она первая сделала. У нее бровки синеют. Очень важно найти мастера, у которого, который даст заверение, покажет свои работы по истечении времени, что у него не синеют, а вот именно исчезает. Просто светлеют, светлеют и проходят. Потому что я настолько боюсь что-то на лице делать, что... Ну, вот бровки уже 2 раз. 2 года прошло, я сделала, опять съездила. Так, Снежанка мне их тут здоровый разный лепит. Ой, они какие мягкие-мягкие. Сейчас будут дети пробу снимать. Ой, папа наш сегодня... 3 дня бедный, в то же время нет, везде дергаем его. Сегодня вообще один никого не подпускал, потому что парни немножечко там поскручивали эти резьбы сам целый день. Где-то в шесть где-то встал. Ну да, мы проснулись. В шесть где-то встал и вышел туда, да.
6 часов где-то. Папа сказал, что она починилась. Да, целый день. У него в обед сегодня было отчаяние. Там что-то было, не работало. Ну, а потом пришел и говорит, все. А я знала, что он сделает. Ну, вообще молодец в этом отношении. Он будет делать, но сделает. Починил, дочка, все. Все, можно садиться и ехать. Папочка наш, золотые ручки, все сделал. Во, какая красота. Не раньше Иван сядет вечером есть, я говорю. Ну, хватит вечером на ночь кушать. А он говорит, я не хочу никого обидеть, кто меня из цыгане смотрит. Бабушка цыганка приснится, почему так говорят? Ну, такая пословица есть. У меня тоже есть друзья цыгане, я не хочу никого обидеть. Ну, так всегда говорил мне. Так что, чтобы сегодня детям моим никто не приснился, сейчас пончиков наедятся с чаем. Сейчас идет уборка, а мама готовит пока. Со Снежаной. Да. Ой, Снежана их тут как и попало делает. Да, старайся, молодец. Главное, чтобы было вкусно. И запах. У нас производство пончиков. Я двойную порцию сделала. Сегодня мы садились и смотрели Панчарина. Да? Да, да, помнишь, мама, мы всей семьей сидели его смотрели. Его уже выпустили, и мы смотрели его по телевизору. Доченька, ну надо сходить. Выключи, сходи тарелку. Она мне, посмотрите, какие делает. О. Снежанка все же делает. Ой, я только жарю и вытаскиваю. Оп, оп. Красота неописуемая. Ой, здоровые какие. Ну и ладно, на свежем воздухе. Вы тоже откусанный сделала? Ну ничего, пусть будет откусанный. Красиво. Ой, какие здоровые она мне делает. О. Она их раскатывает. Ну делай, доча, делай. Пончики. Сегодня вечер пончиков. Сегодня я заказала еще огурцов. Вчера вот делала, сегодня не стала делать. Детям чашку нарезали большую. Сегодня еще есть. Дети, их они сладкие огурчики такие. Мы не богатые. Мы не богатые, нет. Ну, мы огурчики купим, ладно? Мы не богатые. Она мне сейчас, у нас есть деньги. Мы не богатые. Какие мы, доча, богатые? Ой, какие лопухи наделала. Ой, зато вот, смотри, мама их как посыпала. Красота. Еще делать буду огурцы, делать буду другого посола. Буду с хреном делать. С листом хрена. Еще плохо, у нас на Дальнем Востоке и в Бурятии черная смородина была. И я делала с листом смородины. Вишенку ложила, смородину, хрен. Ну ничего, здесь у меня только розовая смородина. Молния сверкает, сегодня будет сейчас... У нас вообще стоят неделя грозы. Ну посмотрим, дочка, сюда покажи, смотри, какие красивые. Ой. Да, вот какие она мне лепит. Во! О. Ульяна снимает, а Снежана лепит, а мама жарит. Ой, все, доча, целое производство, да? Вот это мы молодцы. Мы за 5 минут нажарили. Да. Быстро. Быстро. Тесто очень хорошее. У меня на канале уже есть это тесто заварное. Еще раз рассказываю. Я взяла 2 столовые ложки муки. Но я в двойной порции все делала, но вам в одной расскажу. 2 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сахара, чайная ложка соли. И 3 ложки масла подсолнечного. И залила стаканом кипятка. Все это остыло. Я взяла стакан молока теплого. Налила и добавила 11 грамм дрожжей, 4-5 стаканов муки, но я четко 10 делала, у меня двойная порция, 4-5 стаканов муки. И когда замешивала, еще масло добавила, маслица добавила.
Я стала добавлять везде жир. Сегодня булочки с жиром. Маслица и жир напополам. Очень вкусно. Жир топленый свиной. Себе отдельно сделала? Ой, молодец. Поэтому, то есть маслицей замешалась. 30, до часа постояла, оно махом поднялось, оно все тепленькое. И все. И сразу начали выпекать. Правда, у нас такие сегодня пончики от Снежаны называются. Всегда были от Светланы, теперь у меня еще Снежана появилась. О, смотрите, они какие. Ой, туча, ну пробуй. Снимай пробу. Ой, горячие. На, снимай пробу. Анюта, на, снимай пробу. Горячая. Ой, дайте я похолоднее. Я дочь похолоднее дам. На, вот это. Восхитительно. Да? Да. У-ля-ля. Нате пробу, снимайте. У-ля-ля. У-ля-ля? Угу. Ой, мои оборванцы идут. Ой, это вот. Я делаю. Это пончики от Снежаны. От мамы Снежаны. Ну, мама жарит. Главное вылепить хорошо. Ой, всем дала? А вот отсюда я отходить. Я побольше сделала. Да, она их вон какие сделала. Вкусные. Вкусные, да? Ой. Прям вкусные? Тают во рту? Очень. Поняли? Да. Всех покажи, как они кушают. Вон такая баррикада. Они пришли. Ты говоришь, давай мне и побольше, Снежана говорит. Это я мальчикам побольше сделала. Сейчас чай. Компота целая кастрюля есть. Ну вот они, последние наши два пончика. Тихо, сюда не надо, не надо. Я стрелочки, что мама сварила. Со Снежаной вкусные булки. Вкусные пончики, да? Угу. Все. Все, дети. Вот это пончик, а панчары. Панчары? А, это мультик. Все высыпали. Ну вот такие у нас получились сегодня пончики. Дети их уже кушают. Понятно. Все уже доедают. Вкусные? Ага. Очень! Очень. А самое главное, эти пончики вкусные, потому что они пожарены на улице, и потому что они... От Снежаны. До скорой встречи, друзья! Смотрите, пончики я буду готовить. Чё-чё? Еще раз скажи, сюда не подходи, тут кипяток, вот сюда не подходи. Еще раз его лицо сними, скажи, что сказал. Из-за этих пончиков я буду их хорошо вести. Да ты моя умница!